Добро пожаловать, друзья, это по-прежнему Сома у нас. Я очень надеюсь, что сегодня будет последняя финальная серия, и мы игрушку добьем таки с вами. Будем смотреть, как будут развиваться события далее, и что мы сейчас видим. Статус костюма, журнал. Понятно, мы добрались с вами до станции Тау. А наша задача — найти тут ковчег и, так как я понял, забрать этот ковчег и запустить его нахрен в космос. Хорошо, я не против. Что здесь, блядь, происходило вообще? Понятно. Понятно все. Что, ничего не понятно? Статус костюма. Сигнал потерян, работает АУ. То есть Эк-3 у нас работает. Так, журнал, понятно, отслеживание. А вот здесь уже реально стрёмно. Так, это у нас герметично закрыто. Я думаю, что оно никак не откроется при всем моем желании. Хорошо. Стрёмная хурма. Так. Честно говоря, как-то не особо хочется туда идти. О, господи, что это было? Осторожно, шлюз набирает давление. Не открывайте дверь, серьезно. А если я открою, то будет явно все очень плохо. Ребят, явно творится какая-то херота. Так, подпитались, хорошо. И двинемся дальше. О, дружище Саймон, как же тебе не повезло. Ну, неплохо, неплохо. Жить можно, да? Можно жить, терпимо. Хорошо, пошли дальше, посмотрим. Как-то мы оптимистично начали с вами играть, зная, какое дерьмо тут творится. Здорово, хотел сказать я. Но тут здороваться явно не с кем. Хотя вот это, видимо, когда-то было живым. О, господи, как же тут все плохо. Оп, прекрасно. Но вряд ли нам это сейчас поможет. Так, что это, можно открыть? Кнопочка так явно горит, ну, как бы навекает на то, что открой меня, пожалуйста. Но, к сожалению, ни с чем не взаимодействует. Что это такое? Так, какие-то глюки у нас пошли. Это, видимо, наша карта, лаборатория и прочее. Хорошо, омни-инструмент уже сломан. Да, печаль, беда. Это что за звуки? Такие, знаешь, басовитые, классные звуки. Ага, то есть я могу здесь пройти, хорошо. Но насколько я понял, там как бы тоже был проход. Вот, например, здесь. Почему бы и не посмотреть? Так, тут закрыто. Там никаких даже признаков жизни не наблюдается. Обалдеть, конечно. Так, здесь мы были, мы вернулись, господи. Я тут думаю, какого хрена я иду дорогой? Такая знакомая, знакомая нам дорога. Так, тут ничего. Да, вот здесь мы были. Хорошо, пошли посмотрим. Что у нас здесь такое? Что это за хренота? Какие-то вещи валяются. Никого нет, опять же, чувство одиночества. А вот это уже интересно. Ну что, давайте сначала сюда. Если меня тут никто не сцапает, значит, все норма. О, красиво. Я бы хотел себе в комнате подобную иллюминацию. На самом деле, похоже на звездное небо и даже успокаивает. О, можно пройти. Так, свет потух. Ага, вот, мы вернулись, получается, в ту же комнату. Это просто такой вот проемчик. Можно было пробежаться. Так, ну, игрушка линейная в этом плане, поэтому придется всегда двигаться в одном направлении. Только туда, куда тебе разработчики скажут. Выбора как бы особо нет. Открывайся давай. Вот. Серьезно, да, защита? Но давление тут просто колоссально. Учитывайте, что на какой мы глубине находимся. Блять, мне страшно. Мне реально страшно. Твою мать. Было бы круто, если бы из того дальнего коридора кто-нибудь к нам приближался. Это был бы классный элемент. Блять! Ёбаный помидор! Я скар, я сглазил, сука! Я сглазил, блять! Ёбаный гардемарин. Договорился, Олежа, да? Договорился? Сукин сын, а? Блять, нахуй закрывайся. Бежали, съёбываем отсюда! Уходим! Подожди. Я хоть туда бегу. Куда бежать? Уходи, пожалуйста. Я не знаю, куда идти. Открывай самую дверь! Открывай. Давай сюда. Друзья мои, вообще без понятия, куда, что делать. Закрой, кретин, закрой! Придурок, блядь! Он там где-то... Мне страшно, мне реально страшно. Блять. Ёбаный стыд.
Как быть? Я не знаю, он реагирует на что? Он движение? На что он реагирует? На что эта хрень или телепузик самый? Ох, ой, нет! Не надо, пожалуйста. Я так и не понял. Я надеюсь, что у меня... Как хорошо жить на белом свете. Но явно не Саймону в этой игре. Пиздец какой. Хорошо. А что делать-то? Куда бежать-то? Епическая сила. Какой-то эффект. Какой эффект, кретин? Что ты делаешь? Так, назад, журнал доступа. И то. Интерком, нет? История вывода. Местная карта. Местная карта. Вот здесь. Да. Прихерачил меня второй раз. Я так понимаю, что Саймон уже... Чирик пизды куку. Саймон уже не жилец. Вы умерли. Спасибо, капитан и мать вашу. Чтобы поправить... А, попробовать еще раз. Давай, давай, ладно. Так, подожди, надо собраться. Надо собраться, понять, куда мне надо двигаться. Я не знаю, то есть, как бы ориентиров нет. Беги, успевай закрывать двери за собой. И все будет шоколадно-мармеладно. Не зря там стояла такая эпическая дверь. Ой. А, это за мной она закрылась, я понял, хорошо. Хорошо, тут никаких важных дверей. Тут тоже чисто. Вот что нам надо. Хорошо, значит, как мы поступаем? Мы эту дверь открываем... И откроем вот здесь. Откроем эти проходы. А, на всякий пожарный, чтобы потом не тратить время. Так-с. Готово. Как от него убежать вообще? Ладно, будем думать. Ну что ж, пошла жара. Так, он, значит, пойдет за мной и побежит сюда. Мы сделаем такой круг. Попробуем, конечно, скрыться. Да, уже херово. Уже плохо, я уже чувствую. Я говорил, что там появится. Я же говорил же, твою мать. Говорил, говно. Вот там он был. Это разработчики молодцы. Они четко смекнули, где надо сделать, чтобы он появился. Привет, ебеныч, давай иди ко мне. Come to me, my little friends. Так, все, по пизде хакали отсюда. Притом очень быренько и живенько. Оп! Я же надеюсь, он сейчас здесь не пройдет, правильно? Это был бы, конечно, полный отстой. Дрянь, ты ушел? А теперь бегом! Бегом, 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 бегом! Я же не обращаю, блядь, внимание! Вот сюда мы еще не бегали. Сейчас посмотрим, посмотрим. Открывай, садово, бич, твою мать! Открывай дверь, ублюдок, твою мать! Кретинелла! Открывай! Что это такое? Ух, я в ловушке. Или нет? Это проход? Я не знаю. Я не знаю, сука, я не знаю. Блядь, иди нахуй, сука. Блядь, съебываем, друзья. Валим, валим, валим. Открывай саную дверь. Куда, сюда? Быстрее, пожалуйста. Быстро. Son of the bitch. Закрывай, сучий потрох. Нахрена мне такие нервы? Фух, хорошо. Хорошо, Олежа. Молодец. Это что было сейчас? Что это было такое? Что-то большое пролетело. Фух, хорошо. Хорошо, Олежек. Справишься, я знаю. Я уверен в тебе. Я в тебе уверен. Так, эти двери заколочены. Что, сзади кто-то есть? Фу, гадко. Ладненько, почапали потихонечку. Вау! Твою мать, да, лестница здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Ух, пошли посмотрим. Фонарик, в принципе, можно пока офнуть. Не знаю, куда мы попадем. Чего у нас? Ага, жилые помещения. Сейчас найдем, тут у них комната отдыха. Типа, да? Ничего так живут-то, ребята. Что это за херота такая у нас тут? Нет, ничего не работает. Жалко. Кладовка. Все, что я пока понял, что кладовка есть. О! О! Ты что, охерел, сука? Может мне поставить стул, если он будет бежать, наебнется? Ну, было бы весело, конечно, но... Интеллект все-таки у него есть хоть какой-никакой. И наши шутки явно не прокатят. Так. Немножко подпиточки явно не помешает. Готово. Сейчас будем разбирать. Блядь.
Будем разбираться, что это. Он что, идет? Че, охерел, что ли? Блять. Че, реально идет? Я что, я слышал тяп-тяп-тяп-ляп, блять, кто-то шел. То есть звук ходьбы как бы присутствовал. Хорошо, подожди. Ох, что-то тут штырит конкретно. Давай сюда. Ага, это на... Че, реально есть? Я не могу понять, он есть или меня просто... Или меня задурманивают. Слышите? Вот, если прислушаться, кто-то идет. Как будто кто-то бежит, что ли. Блять, мне уже страшно. Ну тут вроде сейф прошел, если что. Это как бы радует. Так, здесь у нас уборная, хорошо. В зеркало мы не посмотрим, зеркала они... Ёба! Закрывай, сука! О, блядь! Ебать копать! Сиди, сука, сиди, блядь! Шторки нет, ведро. Спокойно. Сукин ты сын. Что делать? Что нам делать? Открыто, я понял. О, я же говорил, тут кто-то есть. Ему явно это не нравится. Хорошо. Так, там чисто, пошли сюда. Не надо! Говори, пожалуйста, как-нибудь тихонько. Ё-моё. Тут кто-то лежит. Ребзя, вы живы? Кто этот ребенок? А, это его сын, видимо. Хрена его накрыло. Напоминает, знаете, монстров из игрушки Сафрин. Была такая игра. Вот такая стрёмная, я помню, в свое время даже боялся играть в нее. Так. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There, there. Should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashkin says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. Так, у него телефончик есть. А, не телефон. Семья его, опять же. Или это та девчонка, кстати, очень похожа на ту девчонку, в теле которой мы сейчас находимся. Леха-муха. Вот там, по-моему. Судя, блядь, по звукам, по-моему, эта херобара, блядь, вернулась. Где ты, ептую? Я понял, нам, короче, наверх, но сначала надо же это все посмотреть более детально. Давай сюда. Воу-воу-воу! Тихо! Тихо, приступы. Приступы агрессии, это, конечно, забавно. Так, что тут у нас? Can we do anything for him? No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Забудьте и отпустите, да? Угу. Вот взял и отпустил, да? И забыл, конечно же. Ёб твою налево. Он живой. Так, тихо. Сейчас посмотрим, что-то... К нему можно приближаться? Ох, наш штырь, тут вообще коконы, друзья мои. Тут самый настоящий кокон уже. Я попробую, конечно. Мне кажется, оно неадекватно. Что это такое? Ни хрена себе. Я даже не знаю, но это, по идее, должен быть человек. Подушкой, блядь, прикройся, сука, матрасиком. Я не знаю, я прикрою его хоть, ну, чтобы так страшно не было. Ладно. Может, тебе подушку реально, может, тебе неудобно? Вот так вот будет хоть поудобнее немножко.
Да, ноги-то человеческие. Я-то думал, какая-то собака уже, херу пойми, что это. Может, тебя лампа раздражает, дружище? Я выключу. Обалдеть. Но рядом с ним находиться реально некомфортно, это видно. Все рябит, все очень жестко становится. Так, закрываем. Так, Джон Росс, откроем, посмотрим. Ну? А, удалено и заперто. Здесь ничего нет, то есть, видишь, Нил у нас ведет, то есть мы не можем это открыть. Я понял. Тут мы вернулись, по-моему, да? Так, тут что у нас? То есть, если Нил не хочет, чтобы мы это видели, мы это типа не увидим. Значит, надо найти, видимо, ПК-шку и с него уже это делать. Так, здесь мы были. Здесь мы были. И никаких ПК я здесь таких не наблюдал активно. Хорошо. Полезли наверх, посмотрим, что там. Пора уходить. Ну-ну. То оно хочет нас убить, то информирует, что делать. Очень странно. Так. Ага, значит, надо придумать, как открыть это дело. Открывай. Открывай, твою мать. Так, нас кто-то пускать не хочет. Хорошо, значит, надо придумать, как нам зайти. О, больно, чувак, да, согласен. Неприятно. Так, что мы для этого можем использовать? Тут ничего. Так, что это, работает? О! Вызвать лифт. Воу, тихо. Так, подожди. По идее, какой-то лифт мы можем вызвать. Так. У нас горела одна кнопка, я помню. Но теперь как-то все совсем плохо. Ну, давай зайдем. О-хо-хо-хо. Ладно, поехали, посмотрим. Чё-то мне это явно не нравится. Тихо. Спокойно, лежи, главное не барагозить. А вот, походу... Вау! Тихо! Тихо! Тихо, твою мать! Тихонечко. Обалдеть. Что это такое оттуда вывалилось? Так, это дело открывается. У Саймона, честно говоря, уже просто жопа. У него сердце бьется, готово вырваться наружу. Мы ради интереса проверим, откроем. Так, вроде все чисто. Можно выйти. Я все равно слышу эти вот хлопки, топчания вот это вот. Так... Тут ничего. Главное, чтобы сзади никто не напал, потому что это будет просто лютый вынос мозга. Вау, 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 вау! Твою мать! Вот это жопа! Это явно лишний. Чего у нас? Ошибка! Ага, хренушки, там мы уже откроем это дело. Ё-моё, а что, сюда может залезть? Вот это типа лифт такой, да? О, открылось. Несмотря ни на что, дверь у нас открылась. Так, тут вроде чисто. А вот и компьютер, кстати. О, мне давай попробуем. Может, Катюха нам что-то скажет? Нет груза. А-а-а, place, cargo, ахе, ага, вот, сюда надо положить карго, груз. Какой груз? Пока не ясно. Так, ожидание груза. Прикрепить. Опции, ошибка настройки. Так, ребятуши, надо что-то найти сюда, что-то присобачить. А что брать? Так, а что нам брать-то? В этих камерах вроде ничего нет. Странно. А может, нам расскажут, какой груз? Нет груза. Так, ковчег, ожидание, головная часть, пользователь Качун, опции, ошибки, тут прикрепить только можно. Хорошо, значит, надо вернуться и поискать, что я могу сделать. Какой груз вообще, о чем идет речь? Так. Есть у нас еще, получается, одна дверь наверху. А, в принципе, туда можно было бы попасть. Надо как придумать, как. Может, сюда? Подожди, это же было заперто все. Нормально, это было заперто, теперь открыто. Прекрасно. Во! Вот это другое дело. Так. Там какая-то бумажка. Подожди. Так, после столкновения небольшие структурные повреждения, не работает радио. Понятно. Передача. Эпсилон, тета, лямбда.
тета, фи, омега, омикрон. Давай все подряд попробуем. Мало ли, вдруг куда-нибудь дозвонимся. Так, дельта. Толку никакого. Омикрон. Омикрошек тоже. Фи! Мы были рядом, по-моему, со станцией Фи. И омега у нас была. У нас практически все это было, кроме Лиссабона и Кадиса. Так. Омега не соединяется. Невозможно выполнить подключение. Ага, последние две не работают, я понял. Что у нас еще было? Так, дверные замки. Лазарет закрыта. Вот у нас была каюта. Вот это была каюта, давайте откроем. Пароль я не знаю. В чем проблема? Ага, вот открыто, чудесно. Это можно закрыть. Космическая пушка, шлюз закрыть. Ага, вот это можно позакрывать. Хорошо, мы открыли с вами проходец. Сейчас вернемся в главный зал и там будем смотреть уже. Лазарет. Значит, туда надо и попасть. Статус Фи. Космическая пушка. Сколько эпичного всего. Так, поехали. Так, лазарет. Вот это получается, да? Нет? Странно. Так, это не то. А как же нам это дело открыть? Надо пароль. А пароль хрен я знаю какой. Тут мы уже были. Тут мы были, мы это дело нахрен закрываем. Хорошо, сейчас разберемся. Так, друзья, дверь-то я открыл, оказывается. Вот, это было у нас закрыто. Кто, кто это такая? Линвул? Человек, что ли? Господи, неужели мы нашли человека вообще за всю игру, хотя бы нормального живого? Вы человек? Сара Линдуолл, техник по полезной нагрузке к вашим услугам. Нифига себе! Вот это круто! Статус ковчега, симуляция работает. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. This couldn't... bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Так. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? День 312. Фига себе. You could kill me. Good one. Так, но у нас есть выбор. Вымирающий вид. Последний человек на Земле. И я могу ее убить. Просто отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, и все. И она умрет. А, вот лифт, кстати, смотри. Тут работает. Ага, вот оно как. Хорошо, с этим понятно. О, красота какая. Так, ну я не могу ее убить. Ну как, я... Да негуманно, что ли? Я понимаю, когда там какие-то твари. Что такое вообще? Она тут капусту выращивала или что? Грязная посуда. Офигеть. Как жить, понимая, что никого больше на Земле нет? Что тут ни света, ни воздуха, ни неба чистого, ни травки зеленой, ничего. Все в симуляции. Так, я взял эту приблуду огромную. И что мне с ней делать? Так, ее надо, знаешь, куда тарабанить? Наверное, туда, где мы поднимались или опускались, уже не помню. Не оставляй, я не могу, я же не могу убить тебя, хорошая моя. Так, а можно положить эту штукенцию, нет?
Нет, я не буду нажимать. Я не могу. Так. Угу, давай вызовем его тогда. И посмотрим. Это точно надо туда положить, там где было написано Cargo Here, вот это туда, походу. Простите, пожалуйста, но я не могу вас убить. Давай посмотрим, что тут у нас. Я боюсь, что вряд ли мы дозвонимся куда-нибудь. 2768. О, отлично, мы теперь открыли ту закрытую комнату внизу. И пойдем посмотрим. Так, фото людей, которые здесь были. А вот фото как-то нет, не особо не разглядишь. Печалька, подожди, это не все. Конечно, люди сейчас будут писать, что зачем Брейн ты ее оставил, она будет мучиться, что ей тут делать, ты уйдешь дальше по игре, она останется без симуляции, она просто умрет. И вполне вероятно, что можно было бы облегчить ее страдания таким образом, просто убив, отключив ее. Давайте спросим, вот что она хочет. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. Знаете, что мы сделаем? Мы ее отключим. Ну, я же объяснил, по-моему, логично, да? Это было как вот эпизод, который у нас был, ну, похожий, господи, Life is Strange, помните? Была похожая ситуация, но там это более драматично все было выражено. Если мы ее оставляем, она просто умирает. Сюда никто не придет, людей как бы нет, и спасать ее тоже некому. Может прийти то чудовище, от которого мы убегали в начале серии, и просто убьет ее. Либо мы облегчим ей участь и сделаем это за нее. Как вы думаете? Давайте попробуем, чего бы и нет. Господи, так не хочется этого делать, честно говоря. Ладно, отключить жизнеобеспечение, давай. Да, конечно. Я побуду с тобой. Я побуду с тобой. Она не должна мучиться. Мы сделаем это, она безболезненно отойдет в тот мир. Что за безумная штука была жизнь? Зато 30 мне не исполнится никогда. Мне реально жалко ее, но это надо сделать. Жаль, что умираю не дома с друзьями. Ты затрахал уже звонить, твою мать! Реально уже вымораживать стало. Nanoc is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Если бы я имел хоть одну какую-нибудь надежду, мало-мальскую, что сюда кто-то придет, что ее кто-то спасет, я бы, конечно, этого не делал. Я не пытаюсь оправдаться, это мое решение, опять же. Но я пытаюсь логически рассуждать, чтобы вы тоже понимали. И, не, как говорится, не делали поспешных выводов, что ты такая мразина, ты взял, убил человека последнего на Земле. Она обречена. Она обречена, и вы должны это понимать. Да, да. Don't let them die, okay? Send them out there to the stars. Покойся с миром. Ну а мы пойдем. Все. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Фу, господи. Да, такие моменты, конечно, это. Вероятно. Так, эта штука приехала, да? Кладем это сюда. Вот это интересно. Получается, какая у нас дайв-рум? Наверное, вот сюда. Центральную попробуем. Фух, ну что, ребят, мы открыли еще одну дверь. Хоть такая серьезная трагическая сцена была, я надеюсь, что вы разделите мое решение и поймете меня правильно. А тут начинается жесть, я так понимаю, да? Так, хорошо. Вот эта штукенция, она сюда приехала, здесь не работает. Поэтому надо было опустить еще ниже. Это мы сейчас делаем. Давайте глянем, что тут у нас. Так. Ради чего, как говорится, весь сыр-бор. Так, какие-то формулы разнообразные, это нам не надо. Это неинтересно. Планшет. Дневник.
Сегодня я надеялся уже быть на Микроне. Приказ об эвакуации, пришедший из Теты, был как нельзя кстати. Угу, хорошо. Кутси сходила в разведку посмотреть, есть ли на наблюдательном посту хоть что-то съестное. Выходить наружу практически самоубийство. Так. И записи. Пока слушать не будем. Что это у нас? Книженция? Разные важные бумаги. Так, прости, дружище, но тебя придется выбросить. Господи, сколько всего. Так. Честно, я в этом ничего не понимаю, поэтому для меня это просто дремучий лес. Так, здесь ничего интересного. А здесь, получается, тоже. Вот эта штука, кстати, вот самый ковчег, мы его взяли как бы уж, да? Сейчас пойдем посмотрим. Так. Что мы делаем? Нам придется, видимо, вернуться. И все-таки отправить... Это что такое? Вау! Неплохо. Неплохая штукенция, но я пока не понимаю практическое ее применение. То есть нам это, в принципе, сейчас не надо. Так, это дело мы спустили. Я могу его забрать... Но, насколько я понял, надо его еще ниже. Поехали. Ну, кто же знал. Сейчас сделаем это быстро. Дело одной минуты. Ох, подниматься сюда, конечно, не хотелось бы. Не самое приятное. Ты как? Так, глупо спрашивать. Так. Готово. Все, оно, получается, на цокольном этаже. Давайте пойдем проверим. Все ли правильно я сделал. Господи, какая жесть. Так, вопрос в следующем. Как мы спускались? Тут, по-моему, да? Нет, не тут. Тут до хрена комнат, на самом деле. Уже просто начинаешь путаться. Обычно. Ага-ха-ха. Здесь сейчас найдем. Вот тут, по-моему. А, нет, не здесь. Пардонище. Вот сюда, получается. А, тут отсюда мы пришли. Подожди, а где же проход-то? Что-то я это самое заблудился. Где у нас выход? Твою мать. Да, а, вот, господи, вот же все написано. Фух, что-то я разнервничался. У меня прямо это самое... Ее смерть прямо вот перед глазами стоит. Это просто жесть. Так, вот это надо было сделать. Это дело мы опустили. Забираем. И вот сюда, получается, надо положить. Готово. Так, подожди, омни. А, нет груза еще, значит, прикрепить. Вот. Готово. Это работает, и теперь можно запускать. Твою мать, меня не расплющит нахрен здесь. Воу, спокойно. Что происходит? Так, давление, разница давлений, я понял. Ребят, живем пока. Последовательность остановлена, невозможно выровнять давление. Что мне делать? Тут не кликабельно ничего. Твою мать. Как всегда, все пошло через жопу. Вау! Подожди, а правильно ли я делаю? Твою мать. Что-то мне кажется, я, может, так не надо делать. А, вроде что-то пошло. Готово. Не, по-моему, только хуже делаем, не? О, да, походу зря я это начал делать. Ну, а может, таки надо по сюжету, потому что больше, в принципе, взаимодействия как бы не было. Либо я сейчас умер, либо так надо. Так. Боюсь спросить. Саймон, ты еще живой? Ну, под водой-то мы дышать можем, это не страшно. Это не критично, вроде что-то заработало. Фух, господи. Так, оно едет, и мы попутненько за ним движемся. Обалдеть. Так, вижу проблему впереди, надо придумать, как ее преодолеть. А, вот, понял. Эту ржавую хрень можно убрать, не страшно. Проходи. Твою мать, проходи же быстрее. Готово. Да, ребятушки, тут, конечно, жопа. Неудивительно, что тут проблемы с давлением. Так, пойду-ка я вперед, наверное, посмотрю, что тут у нас и как. Мало ли.
вдруг что-то неладное. Так, готово. Вау-вау, аккуратно. Я тебя прошу, пожалуйста, без эксцессов. Аккуратненько проедь, и все будет хорошо. Ребята, уж по-моему, кто-то там пыхтит. А вот это мне уже явно не нравится. Так, просто идем вперед. Так, это хренатень над головой, хорошо. О, тихо. Пожалуйста, я прошу тебя, без приключений. Что, куда? Вау, кто-то есть. It's nothing to worry about. Just the warden flexing his muscles. The warden? You mean WoW? Well, down here he has many names. Warden, the Alpha. Like in Site Alpha? I thought that was made up. Made up? Then someone should really fire Johann Ross. Tell him there's no reason to walk these tunnels no more. Охренеть. Громкий треск, понятно, бедолагу завалило. Как нам выбраться отсюда? Try spending some time in the abyss, sweetheart. You know when shit's for real. Catherine, move up. Come with me. Oh, okay. Hey, wait for me. Careful with the arc. Take it easy. It's not going to. Громкий треск над головой Циолковского. Классно. И тоннель рушится, да. Вот такие вот дела. Так, как нам быть? А, я могу, в принципе, подпрыгнуть, наверное, да? Хотя хирушки я там выберусь, наверное. Это не варик. Это не вариант. Надо искать какой-то другой проход. Так, тут ничего. Тут тоже ничего. Давайте назад тогда отойдем. О! Блять! Как быстрее, сука, куда бежать? Ты что, охренел, что ли? О, эти появления, конечно, доконают когда-нибудь. О, вот куда я пойду. Вот куда мне надо. Боюсь спросить, кто сделал такую прекрасную вот эту дыру. Почему-то реально вспоминаются черви из Пенумбры. Тихо. Быстрее тут ползти уже не получится. Как я уже говорил, в этой серии мы идем до конца. Мы игрушку добьем с вами, чтобы не растягивать, опять же. И узнаем, чем это все закончится. Я думаю, что вряд ли чем-то хорошим. Учитывая такие расклады, которые нам в игре показывают. Хрена себе креветка какая! Так, пошли. Интересно, сюда ли? А, тут круговая, понятно. Обалдеть. Я даже не могу сказать, где я, что. Это самое дно. Это вот если есть днище в этом мире, то это здесь вот. Самое дно из днищ. Тут даже фонарик... Нет, работает. На удивление, мой фонарик работает под любым давлением. Я вот заметил интересный момент. Ау! Хрена? Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Альфа? Станция Альфа, ни хрена? Мы добрались до станции Альфа. Здесь, видимо, вообще апогей просто. Да, неудивительно. Все плохо. Все очень плохо. Так, можно открыть эту, можно открыть эту. Хорошо. Сейчас заодно проверим, что у нас здесь. Что-то мне подсказывает, там ничего не понятно. Если там кто-то был, он уже явно не жилец. Такая, знаете, музыка подозрительная, как обычно в триллерах используют, когда хотят накалить какую-то ситуацию или показать момент, что вот сейчас надо будет пугаться. Пока вроде нормально. Видишь, может свободно открывать двери, и это хорошо. Так, фонарик. Что он горит, что не горит, по-моему, одна жопа. Вот если долго, видишь, клавиатуру вот кушать за ПК, например, или там компьютер не протирать, вот такое вот дерьмо образуется. Бактерии, мать его. Когда-то нас, помню, в школе еще так пугали. Угу. Руки надо мыть перед едой, обязательно все это делать. Так, вот запугали деток, вот теперь всегда моешь. Так. Боюсь спросить, туда ли я иду. Давай, открывай. Такое впечатление, что я реально стою и вручную это дело открываю. То есть так ерзаю мышкой забавно. Так, здесь вроде ничего. Вот эти серверные, я знаю, что в таких местах обычно вот эта хрень и обитает. Непонятно это существо. Что там было написано? А, уровень 7, прекрасно. Что
вообще. Фантазия, конечно, у разработчиков в этом плане работает. Хорошо. Уже скоро. Мы сейчас придем. Чтобы я остановил Нио? Что? Как? Каким образом? Пробощенный протеин, что плещется вокруг тебя, это так, петля. Сделайте токсин, от которого Нио будет засыхать. Ага. Поместили его в ящик, это как раз раздражающе. Надо отнести на Альфу к источникам всех наших бед. Как я говорил, мы подходили к Альфе, видно, что тут, походу, апогей, то есть тут центр всего. Именно с Альфа это, видимо, все и началось. Судя по тому, что я здесь вижу. Это похоже на дом чужих, серьезно. Прошли, это ж пипец какой-то. А это была когда-то станция. Полноценная рабочая станция. С людьми. С живыми людьми. То есть токсин находится в нас. Надо с собой пожертвовать, видимо, да? И таким образом... А, так вы хотите сказать, что вот это вот ублюдок, который появлялся, он хороший? То есть он как бы... дает такие дельные советы, как избавиться от этой хрени. Давай посмотрим. Вот это, видимо, центр. Все, да? Сердце контролирует весь структурный гель на Патосе 2. Отправить отпечаток и сердце само... Ага, накорми его, Саймон. Запусти свою руку в сердце. Ах! Господи. Подожди, то есть я могу это сделать, а могу просто уйти, получается? Ведь у меня есть выбор, да? Уйти, либо пожертвовать собой, чтобы это все остановить. Ну что, друзья, попробуем? Была не была! Господи, нам, ну, похоже, блядь, не на сердце, на жопу! Ёптую налево. Ты что, глаз? Нет, не глаз. Это реально на свинка похоже. Саймон! Рука! Саймон, твою мать! А если он нас обманул? Кстати, вариант такой мы не рассматривали. А если нас реально сейчас облапошили? Он просто соврал. Охренеть! Саймон, походу ты будешь жить еще немножко дольше в этой игре. А ёбаный в рот. Оно Вау! Вау-вау-вау-вау! Побежали, побежали, блять, помчались, я вам даже сказал быстрее. Открывай самую дверь! Пожалуйста, быстро. Тут очень опасно находиться. Уходим, Саймонелло, уходим! Спасаем свою жопу и хотя бы ту часть руки, которая осталась. Я даже оборачиваться не буду. Блять! Саймон, быстрее! Саймон, пожалуйста, я тебя прошу! Так, спокойно, ребята, держимся, молодцами. О-хо-хо-хо-хо! Я не знаю, куда мы движемся, но вроде как вот там подъемник наверху. Уходи, пожалуйста! Быстрее, 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 твою мать! Так, тут можно проползти, наверняка так надо. Так, спокуха. Я вижу под... быстро! Сука, быстрее! Я так понимаю, что здесь либо можно сдохнуть, я не знаю, как это может на финал повлиять. Сейчас попробуем, посмотрим. Давай, давай, родной, давай! Воу-воу-воу! Вот это херово. Живой? Ага, херушки на тебя отпустит, Саймон. То есть нас разочек поймали, да? Я пытался добежать. Уже еле еду, еле двигаюсь. Так, я практически вижу... Я вот вижу там купол этот. Какая хрень большая! Быстрее, я не могу бежать, друзья мои. Это вся моя максимальная скорость. Блять, сука. Блять. Давай, Олежек, давай. Прыжочками, прыжочками. Прыжочками, пожалуйста, прошу тебя. Прыгай, прыгай, сука, прыгай. Так, тут зашкериться можно. Да. Эта хрень нас явно не отпустит. Давай прыжками. Прыжочком.
Еще немножко, еще чуть-чуть. Давай. А, прячься, прячься, прячься! Прячься быстро. Ух, твою мать. Это реально криповая тема. Вот с последней серии это просто бомба. Я не знаю, успею, не успею. Так, вон камни. Камни, камни, в камни, быстро. Быстро в камни. Мать! О! Хотел же в камни, хотел же в камешки. Пусти меня, пусти. По-моему, она нас ломает полностью. Пускай, пускай. Я ж практически добрался. Боже. Ты меня отпустишь? Саймон, попробуй что-нибудь сделать. Пожалуйста, я тебя прошу. Фак. Вот, это верно, фак. Давай, родной, давай. Я уже не знаю, нажимаю все кнопки, чтобы... Саймон, давай же, детка, давай. Может, надо мышкой повертеть? Я хрен знаю. Она вообще отпускать меня планирует? Пускай, отпускай, отпускай, пожалуйста. Я не понимаю, она меня что, просто катает, либо что-то с игрой не так? Давай же, отпусти. Друзья мои, там произошел какой-то эпический глюк, я хер вообще пойми, что это было, но эта хрень, когда нас цапала, она нас не отпускала. Так, я вроде оклемался. Воу, тихо. И попробую добежать сейчас сюда. Мы играем уже с вами 46 минут, я успел за дом посмотреть. Нажимай, сука, нажми. Так, открывается. Я думаю, что это будет у нас предфинальная серия, потому что мне кажется, что до конца еще очень далеко. Ну, как минимум, еще одна серия. Так, эту хероту надо как-то закрыть. Я попробую сюда забежать. Фух, до станции вроде как добрались. Закрывай давай. Закрывай нахрен. Готово. Доступ разрешен у нас, и все как бы хорошо. Фух, блин, а вот это жопа была. Вот это была реально жопа. Идет осушение шлюза. Да, мое горло осушилось, походу, вместе с этим шлюзом от этих нервов. Так, сейчас водичка у нас сойдет. И все будет как бы хорошо, наверное, да? О, господи, господи. Так, по идее, сейчас это дело должно открыться. Мне что-то как-то немножко паршивенько, я так смотрю. У Саймона в глазах все-таки плывет от удара этого. Все у нас... Проключил ваш экспресс к звездам на дальнем достижении в Стиме. Готово. Это же станция Фи. Надеюсь, что ковчег уцелел. Все, друзья, мы добрались до станции Фи, и здесь мы уже будем, собственно, как говорится, полезать дальше. Уже в следующей серии. Я надеюсь, что следующая уж точно будет последней. Ух, потому что, ну, все идет к логическому умозаключению, поэтому вот как-то так. Спасибо, друзья, что смотрели, сопереживали. Это была реально насыщенная серия. Тут просто... Очень много криков, жести и прочего того, чего нам нравится. Все, ребятушки, до скорых встреч. Пока-пока.